Всем привет, вы на канале Темная Эти, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный флаг. Я посчитаю 12-я часть игры под названием Под Черным флагом. Я желаю всем приятного просмотра. А мы погнали грабить ублюдских кораблей. Соберите металлический груз награбленного металла. 6,70. Мало-мало. Ой, чувак, извини, что тебе мешаю его ловить, извини. Огромное вообще спасибо, друзья, за поддержку. И желаю всем приятного просмотра. Это очень классная, прикольная и интересная игра. Она мне очень нравится, дорогие друзья. Думаю, кто в эту игрушку играл, думаю, она вам тоже нравится. Если вы еще в нее не играли ни разу, рекомендую в нее поиграть. Она очень офигенная. Опа, я могу зайти наконец-таки сюда. Наконец-таки я могу зайти внутрь, блин, корабля. Класс. И, блин, я реально рад, что могу наконец-таки зайти. Так, снарядить корабль. Купить. Улучшение галки. Что же можно купить себе? Так, ну тут получается у нас не хватает. Чего, не знаю чего, я не понимаю, что чего не хватает. А, металла не хватает. Точно, нам же металл нужен. Поэтому мы будем за ним охотиться. Так, получается, пока что я галку не могу улучшить. Видите? Условия. Продолжайте компанию, чтобы разблокировать это улучшение. В общем, пока мы нифига галку не можем улучшить. Обидно. Так, получится покрасить галку. Мы также пока не можем. Жалко. Паника, походу, по прохождению игры мы все сможем сделать. Так, продажа грузов. Я думаю, сахар продать, но на самом деле нам не нужен. Так же, в принципе, как и ром. Та же фигня тоже не нужен. Тут деньги, вот, реалы подзаработали побольше. Теперь у меня, опять же, почти 15 тысяч реалов. Так, тут получится у нас прикольные грузы капитана. Костюмы, получается. Я же купил себе клинки. Правда, она будет еще получше сделать. Так. Толстенные клинки. Теперь я, получается, могу его взять. Так, сабли Альтаира. Сабли Альтаира, ого. Блин, а прикольно. Тут уже надо покупать, да? Ох ты, нифига себе. Ну да, пока видите, плюсы, плюсы, минусы, минусы и плюсы. Вот это офигенная, правда, стоит 12 косых, а. Так, ладненько, пока тут я возьму вот эту. Сабли Альтаира, мне кажется, на самом деле прикольная. Урон и все. Вот, все, получится 4, не, это фиговая пара тесаков. Так, ну тут у нас все остальное, это говно уже полнейшее. Вот, вот это я беру. На самом деле класс, мне нравится, да, вот, все. Так, все, друзья, дорогие, погнали, говорится. Миссия выполнена, что прикольно. Теперь можно, наконец-таки, в крыльце капитана заходить. Я очень рад, а. Так. Ну, у нас, в принципе, цель наша ясна, это металл грабить, поэтому будет это сделать нелегко, но мы постараемся, учитывая, что галка пока слабенькая. Так, она потом будет контракты выполнить, а? На окончании миссии, я думаю. Так, быстренько. Так, что-то у нас тут, тут у нас мирный житель, все, понял, не трогаем. Так, мирных мы не трогаем, мы не такие, что все зверские пираты. Так, тут у нас что получается? Опа! Подзорная труба. Это я знаю, знаки. Вот смотрите, где у нас металл и все остальное. Вижу корабль! Военный брик на горизонте! Зоркий глаз, друг! Ты опа. Готов, Кенрей? Этот металл. Корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять брик? Крикните «Да!» Это я и ждал услышать! Молодцы, ребята, да, будет сделать легко, но мы это сможем. Офигеть, корабль! Осторожнее с ними, парни! Могут протаранить или обстрелять с борта. Попробуем на них бочонки с порохом, или как? Да, это мы. Бочонки с порохом? Кажется, бочонки с порохом можно, в принципе, на самом деле, но... Не дадим нас протаранить! Блин! Блин, корабль-то у них мощный, а? А у нас пока слабенькая галка, видите? Ударим по ним здесь, Кэп! ХП снимаем. Блин! Готовы стрелять, друзья. Сэр! Блин! Пока еще фигово, но с корабля оснащен. Залп! Меняйте курс, Кэп! Блин, зараза! Черт, вы спятили? Поймать ветер! Блин, не заметил, что скала, ё-моё, как же так, а, Дима? Еще паруса! Ты даешь, а? Почему же такого не заметить, а? Все паруса! Бля, таким уже не больше. Они уязвимы здесь, надо бить! Блин! Уже скоро, сэр! Ага, понял, понял, вам же больше не питаться на самом деле. Блин, а корабль-то у них мощный. Зараза. Блин! В нас попал!
Быстрей. Так, почка с порохом. Офигенно попала. Классненько почка. Так, главное сейчас в остров не питаться. Давайте, друзья, я верю вам. Ага, молодец. Блин, еще немного осталось. Заряжаем! Блин! Садите-ка в них залп, капитан! Ай-яй-яй-яй! Есть! Так, убейте капитан. Видите, уже больше людей. Уже 10 человек. Ай, офигенно, блин, а. Все-таки я мощный корабль оказался. Блин, если бы я внимательно хочешь бы, и ум. Мы бы так проиграли бы бой бы. Да, надо быть умным капитаном, а. Нельзя быть его лошарой. Так, и все, бужные пацаны, да? Жалко. Ладненько. Так, ладушки, получается, нам нужно быстрее, чтобы мы их не убили. Хотя, блин, сейчас будет не вариация, блин. Мне нравятся морские сражения в этой игре, они офигенные. Капитан, гребаная. Хрен тебе с капитаном. Какие кулаки, Эдвард, сейчас не варим. Эдвард не варит кулаками. А это скрытыми клинками, видите? Ого, это сука большая. Это большие гребаные с топориком, а. Вот, клинки. Вот это вещь, а. И последнего осталось убить, буквально последнего. Есть! Ух, я никого не потерял из команды. Круто, а. Так, может, теперь будет другой выбор, а? Только типа галку улучшать. Или пока... Ой, не знаю, чинить. Или пока только чинить, да? Блин, пока только чинить. Теперь у нас есть металл, ром, тяжелые ядра и экипаж 3 человека. О, да, так круто, а. Огонь! Бум! Под огоном, друзья, спасибо за поддержку. Кстати, ссылки на мою группу ВК есть. Вон будет в описании. Вступайте, вместе будет вот веселее. Вот ты бойня права. Что в итоге? Выгодная сделка, точно. Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Твою мать, а. Как и сделаем. Пес, видите, кто теперь за мной охотится. Мудро, друг. Блин. Так, подожди, ведь теперь за мной получится охотники на пятого охотница. Офигеть, а. Двое, парни. Готовы, сэр. Да, уж мощный корабль еще есть. Почти готовы, сэр. К бою готов, сэр. Подходящая дистанция. Выполняем. Блин, охотники на пятого охотница за мной. Ой-ой-ой. Поймаем ветер. Не, просто охотники, видите, охотники на пятых со мной охотятся, я в ахе. Нам отлично помогут снаряды. Веселятся, вперед! Так. Блин! Ой. Черт, миг! Черт, те гребаные охотники на пятых теперь охотятся за нами. Бочки не, на бочек не осталось, что ли? Подожди, бочки. Блин! Ё-моё, снаряды, нифига себе! Залп! Только скажи! Да не проблема, охотники для пиратов, а! Блин! Заряжаем! Спусти бомбром себя и Марселя! Пушка готова! Блин! Да проблемка, охотники, понимаете? Охотники на пиратов, мать у них налево. Блин! Это, сука, нелегкая добыча. Ждем приказа, сэр! Эй, хотя бы я не взял два корабля против одного. Блин! Они открылись! Старчика по ним, сэр! Неплохо потрепали! Для нас потрепали больше. Блин, походу, мы поиграем. Садите-ка в них залп, капитан! Блин! Сам! Держите штурвал! Да, вот, блин. Блин! Там у него уязвимое место, сэр! Сам! Это срочно. Блин! Ударим по ним здесь, Кэп!
Выполняем! Нет, все, абордаж, на абордаж, на абордаж. Срочно абордаж, походу нельзя вот на абордаж взять. Эй, можно? Есть! Ну, блин, я вовремя успел на абордаж, потому что у Галки жизни мало осталось. Этот ублюдок, охотник на пиратов, блин, завалили бы нас, а? Фух, так, поговорите с местным чиновником. Ну, думаю, с ним потом поговорим, на самом деле, а в следующей миссии. Хотя, может, и больше в этой, в принципе. Посмотрим. Так, семерых одним ударом, а? Понял, почти одним ударом, да. И теперь я изи, изи, опа, ага, ребят, давайте, да. Как я, Ника? Давай-ка, чувак, давай, ублюдок жирный, давай, крикуга, так, подбить защиту. Все, изи, блин, я вовремя успел закрабли, раздолбать, иначе бы тут перехватить, как это, просто бы, раздолбали бы галку бы, а? Видите, там жизни просто мало осталось. Блин, прикольно, за нами охотники на пиратов охотятся. Кстати говоря, я дерево себе раздобыл. В общем, дофига чего. Так, конечно, галку починить. Конечно. Это самое главное. Сейчас. Ну, теперь можно будет этих охотников, если они не свалили, раздолбать. И пойти уже, наконец-таки, дальше. В принципе, миссия прикольная получается, а? Так, охотники на пиратов, они прям... Капец, как близко. Спустить паруса! Сэр, пока они еще ничего не делают нам, это вариация на прибытии. Бою готов, сэр! Окей, окей. Блин, человек за бортом. Блин, пока... Человек за бортом, пока нас сейчас не важен. Блин! В смысле, важен, но это важнее корабль раздолбать. Иначе нас раздолбают. Эти охотники, блин. Заряжаем! Блин! Пока мы и мало снимаем на самом деле, а? Так, мои бочки остались скоро, да? Ну попади же! Опа, попал, а! Спустить все, кроме гротов! Подожди, подожди, давай, давай, давай! Еще немного осталось, я не хочу раздолбать. Тех охотников. Мне это важно, для меня это важно. В принципе, и, думаю, это, и команде это на пользу пойдет. Если мы их раздолбаем. Ага, я понял, понял, это Вали, спасибо. Постреляйте прямо туда! Залп! Блин! Пробойна! Блин, зараза, сейчас надо быстренько их, а? Совершенно немножечко осталось, дорогие друзья. Блин, быстрее, 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 быстрее. Фух, они попали нас, но не так просто, как мы там. А вот мы по ним сейчас раздолбаем их, а? Опа-опа, видели, как полетели снаряды? Опа, теперь можно абордаж их взять, а? Блин, пойдемте быстренько этих дебилов, охотников возьмем на абордаж. Фух, нам свезло, что мы вовремя успели починить себе, ну, галку, иначе бы эти дебилы бы нас раздолбали, потому что их корабль помощнее нашего. Ну, пока что, конечно. Так, давайте. Абордаж, абордаж. Абордаж, ну чё, нельзя типа брать? Мы столкнемся! А, во-во-во. Во! Так, убейте команду капитана, ага, понял. Команду врагов, а не капитана. Во, теперь будет поудобнее. Я, наверное, скорее всего, капитана убил. Так, подождите. Сейчас ничего не пойму, кто где. Почему так? Стреляю на указ. А, и пятерых убил. Пятерых убил. Ха-ха, мы с Васки, иди сюда. Опа-опа-опа, идеально, видели, а? А, это же пираты, охотники не пиратов, сука. Пираты, охотники не пиратов. Ну что падаю, а? Падаю, а? Блин, Эдвард, Эдвард. Блин, там примерно посильнее будет, да? Сука, одного убили все-таки, а? Блин. Фух, я успел спасти еще одного нашего. Ублюдки, пираты, охотники, а? Пираты, охотники, блин, или как там их еще назвать? Так, у них было, ого, нифига себе, сколько у них я взял. Блин, офигенно те охотники на пиратов, у них до хера чего было. Так, галочку починить, конечно. Я у них и металл взял, и ром взял, блин, и дофига чего другого. Круто, ну все, наконец-таки поплыли. Дальше, блин, офигенно мы. Опа, ограбьте охотников на пиратов, украдите сахар. Ха-ха, видите, все-таки я выполнил дополнительное задание, это важно, это жизнь заметил.
Это было... Так, дерево, ткань. Я тяжелый яд. Так, я думаю, сейчас этот кораблик раздолбать. Ну, да, хочется на самом деле. И все. И пойдем дальше уже, наконец-таки отправимся в Salt Key Bale, по-моему, так называется. Так, ну первым делом, конечно, мы сейчас раздолбанем. Доп я выполнил. Это шикардосно. Огромное всем еще раз, друзья, спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Ну и все такое. И главное всем еще раз спасибо. Пока, приятного аппетита, если вы кушаете. Время просмотра. Гэп, стреляйте вон туда! Блин! Еще чуть-чуть, сэр! Блин! Стреляйте прямо туда! Блин! Сюда низко пиратская заиграла. Блин! Блин! Вон слабое место! Блин! Блин, блин, такая сиша для этого, да, блин. У этого капитан же. Они теперь убегают от нас, помните, да? Потому что мы их после конкретно раздолбали. Ой-ой-ой, еще прям так вообще близко подойдем, а? Соседи. Попали! Только скажи! Живей! Блин, опять, видите, как я просто быстро раздавал корабль вражеский. Так, у нас теперь что? Так, одного. Четверых. Блин, не попал. А пятерых убил, опять же, пятерых только. Так, ну срочно быстренько раньше моих сортировать, чтобы они моих не убили, а. Блин, я вещи не получаю, как это сделать. А ты падал, блин, по носу дал, а. Так, осталось последнее. Все, изи. Ублюдок ты кабанчика. Блин, у него такой мощный, так сказать, топорик, а. Фух, блин, столько кораблей пограблял, выполнил доп. Задание, даже не ожидал, что это доп. Задание было. Я просто хотел этих охотников поиметь. Даже просто не обратил внимания. Прикольная миссия. Под черным флагом. Так, все, ладненько, теперь наконец-таки попули. Но, в принципе, вообще недалеко будет. Ну, совершенно недалеко. Тут дофига кораблей вражеских еще, да, металл. Получается, видите? Ну, хотя ладненько, так же быть, друзья. Мне очень хочется еще один корабль ограбить. Вот буквально вот, перед завершением миссии. Хотя если миссия не завершится, когда я даже прибуду туда. Ну, я хочу познать, что сделать. Так, это получится на что? Металл, а это? Уровень, ага. Вон, давайте это кораблика. Но все равно известная. Готовы, сэр! Так. Блин! К бою готов! Пойдем на перерез! Проклятие! Блин! К бою готов! Я понял, понял, друзья, блин, проблемка их два. Она... Блин! Мы одни, блин. Ой-ой-ой! Столкновение! Походу зря я поплыл. К бою готов, сэр! Блин! Сам! Быстрей, 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 быстрей! Ух, успели, а! Блин! Аня, хотя чего надо с одним кораблем разобраться, а? Уж потом с другим. Это с двумя кораблями нереально будет, а? Так, давайте, 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 давайте. Бегом, 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 бегом. Слава богу, что у нас галка быстрее, чем эти корабли. Да, они мощнее наш. Не согласен я. Да. Но у нас галка быстрее. Это наше преимущество. На самом деле, если бы она воспользуется. Правильно. Мы столкнем! Нужно время и древесину! Сал! Блин! Они стреляют! Насадили! Блин! Спускаем снаряды! Блин! Стреляйте прямо понял, туда! Понял, понял. Блин! Спасибо, ты человек за бортом, блин. Блин! Почти готово! Возможности времени не спасать, а? У нас два корабля атакуют, а? Капец, нам нужно еще подмога. Ну, блин! Друзья. Не давайте им место пойти на таран! Блин! Разобьете корабль, конвой! Сам! Блин! Я понял, ну попади понял, же отдывали. Ты уже! Я же вижу, отдывали. Я же не слепец, отдывали. Спасибо тебе, любовь, за то, что помогаешь мне. Спасибо вам блин! Всем! Ударьте кто туда! Же вы не это их добьет! Блин! Так, все, все, быстро на абордаж, потому что галка... Мы пойдем ко дну! Да. Стреляю! Ах, нас задели, кэф! Блин, срочно галку, походу нас раздолбают, а. Блин! Рифить все марселя! Готовы, сэр! Выстрел цепным их замедлит! Упокойся с миром! Блин, сейчас походу у нас раздолбают, а!
Нам срочно нужно галку починить, а. Люки готовы! Блин, я успел. Видите, сколько хп у галки осталось, блин. Слава богам, повезло. Капец, эти юбки не раздолбали нас, а. Блин. Вам всем не жить! Там где-то еще есть, я просто... Сейчас поцелуешься с моей саблей! И еще раз. Так, пятерых опять же. Блин, офигенно, Сирики, мы еле-еле успели спасти галку, а. Зараза, он не пускает меня наверх. Тварь, ты сверх тебя пустишь уже меня. Ничего не поделаешь, придурок. Подойду, живыми не пускай. И последнего. Бля, офигенно я себе прикольные клинки взял. Сколько это называется, а? Эдвард, молодец. Чиночка, чуть-чуть, они бы просто раздолбали бы нас, а? Это был бы позор, а? Так, насколько же могу галку себе починить, а? В принципе, и особо ничего такого не было. Фух, поговорить с чиновником. Кстати, знаете, когда, правда, по окончании миссии надо поговорить с чиновником на самом деле, а? То известность нам не особо нужна. Паруса, ловим ветер! Похоже, враг, сейчас столкнемся, сэр! Так, подожди. Тут получается у нас... А, тут слабый уровень, давайте быстренько их ограбим, а? Бли! Еще чуть-чуть, сэр! Подходящий дистанция! Уровень, поэтому это изи, а? Видите, вообще готов, изи. Сэр. Вот, смотрите. Бли! Кэп, удачная позиция! Все, иди, и на абордаж. Стреляй! Все, сейчас я быстрее галки полностью крипы пополню. Блин, опять охотники на пиратов за нами охотятся. Да уж, это прикольненькая морская миссия. Интересная, надеюсь, вам, друзья, понравится. Все, изи, видите? Даже с галки не надо было прыгать, а? Фух, блин. Как они вовремя приплыли, на самом деле, что я успел полностью галку починить себе. Круто. Ткани, рома, экипаж. Прикольненько. Класс. Ай, блин. Реалов у меня теперь не знаю сколько даже. В принципе, я, вроде бы, мне кажется, так же осталось, а? Сейчас проверим. Опа, реалов так же? Так, этот корабль надо отомстить им за то, что они с нами сделали. Пойдем проблемка. За нами охотятся охотники. Брик! Испанцы! Он один, сэр! Я понял тебя. Спасибо, спасибо тебе, кто бы это не был. Зараза, мы тут галку починили. Еще мы! Они уязвимы здесь, надо бить! Ага. Бли! Стреляют! Зараза, охотники, опять же охотники. Стреляют! Бли! Вон слабое место! Бли! Гэп, стреляйте вон туда! Ага, понял. Бли! Проклятие! Я согласен с тобой, что проклятие. А, он ведь испугался. Не-не-не, похоже, сейчас раздолбают такими темпами, а. Бли! Они стреляют! Я понял, что они стреляют, а. Как бы они еще дальше не стреляли бы, а. Накисовые! Бли! Ударьте туда! Это их добьет! Это срочно их добить. Вон слабое место! Держись крепче! Сам! Будет удар! Бли! На бордаж! Есть! Сейчас, быстренько! Сейчас вот буквально их добьем, галку починим. Убьем этих, ну, опять же, пиратов, похоже, как не пиратов, дорогие друзья, и все, пойдем, наконец-таки, уже в Солдскити. Солдскит, да. Так, подожди, промазал, вас пришли, простите. Опа. И капитана их убила. Осталось буквально три придурка. Блин, вау, допрыгнул, круто. Давайте, качки, давай. Так, блин, иду, пинто пошел. Маленько. Побить защиту его. Есть! Он типа все бросил, типа я сдаюсь, а. Сейчас быстро этих охотников, мне кажется, завалю. И все, и пойду в Солдски. Солдски Бейл, по-моему. Мне нравится, миссия прикольная. Нифига себе, столько всего взял. Металл, ром, тяжелый ядра, экипаж. Сейчас я этих ублюдков, блин, быстро поставлю на место, а. И надо будет, кстати, гаснить себе известность, чтобы эти дебилы за меня охотились, иначе будет потом труднее, а. Походу, мне кажется, по прохождению. Так, они прямо рядом с нами, а. Очень даже рядом, а. Только скажите, как? Да, они бесполезны, на самом деле, а. У них корабль очень мощный.
В принципе, у нас галка тоже неплохая. Гэп, стреляйте вон туда! Бли! Заряжаем! Огонь! Бли! Спускаем снаряды! Бли! Спустить паруса! Чуть-чуть не питался, бля, опять же. Кроки по ветру! Не-не-не, охотите за кого-то. Вы от меня не убежите. Видите, получается, не они охотятся за нами, а мы охотимся. Еще чуть-чуть, сэр! Ну, конечно, игрушка, а. Залп! Нам нанесли удар! Бли! Стреляйте прямо туда! Бли! Ой, какое слабое место! Интересная миссия. Залп! Бли! Ударьте туда! Это их добьет! Бли! К бою готовы! Бли! Стреляйте вон туда! Залп! Вот, вот, спасибо, спасибо тебе, Дуаль. Видите, мы быстренько поймели охотников тебе пятого. Вот тот красавчик мой, парни. Так, пожалуйста, пожалуйста. Иди сюда. Какой-то красавчик, не знаю. Так, издалека. Убил. Так, получается, ты теперь. Так, подожди, где? Во! Так, двоих. Так, дама. И получается тут. Опа, семерых сразу. Блин, промазал по восьмому, охотники, давайте охотники, ребята, есть и пираты, просто пираты-охотники, вот, давайте, ребята, да-да-да, давай, согласен, блин, не, все-таки классные клинки, а. Вау, прикольненько в прыжке Эдвард убила, фух, офигенно. Блин, друзья, огромное всем-всем спасибо за поддержку. Желаю вашим близким вам огромного большого здоровья. Крепкого. Это самое главное в жизни. Ого! Сколько ж мы взяли. Остальное все будет у вас. Непременно будет. Ой, блин, я кушать. Кушать хочешь, животик? Ладненько, сейчас завершаю в эту миссию, а то мой животик бедненький кушать хочет. Так, ладненько, нам... Ого, сколько метров? 1200. Все, ладненько, попули наконец-таки. Корабль! Пушки готовь! А, не-не-не, все, уходим, уходим. Испанцы! Так, сколько у них тут? Он один, сэр! Блин, да не, не варятся. Стреляют! Не варятся, их двое. Хотя, вот этот корабль с вами, Кен. Бли! Ну, вообще, есть. Нас забили! Пушки! Бли! Бли! Водички! Ладненько, сейчас быстренько грузы берем у них, а. Опять же, гребаные пират, охотники на пиратов, а. А ладненько, черт с ним, давайте все-таки свалим, а. Да, миссия прикольная, интересная, но, блин, она очень классная, я могу так без конца с ними гаситься, поэтому давайте все-таки, да, правда, свалим сейчас от них, завершим, ну, улучшим галку, и потом уже, так сказать, поедем известность, а потом в следующий раз уже, в принципе, еще не раз будем плавать на галке и гаситься, это я больше чем уверен. Просто улучшим галку и будем еще жестче иметь дебилов пиратов, ну, мету, тамплиеров, пиратов, сейчас быстренько вот этот маленький кораблик ограбим. Я просто, правда, не хочу с ними уже гаситься, хотя мне весело, интересно, но миссия и так прикольная получилась. Зачем ее еще больше затягивать, правильно? Заряжаем! Если бы его стрелить, то, конечно бы, но в любом случае бы уже поплыл бы ударьте на миссию. За нами корабль, бли! Сэр! Шкуна, судя по... Готовы, сэр! Бли! Вон слаб! А, по слабое место. Бли! 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 Стреляйте вон туда! Подожди, подожди. Тяни, есть. Давайте, так, тут маленький кораблик. Блин, охотники на пятых, на самом деле, охотников на пятых, на самом деле, прикольный. Этот, прикольный корабль, на самом деле, и очень мощный, а. Потому что видели, сколько я материала брал у них, а? Очень даже много, а. Подожди. Блин, последний раз. Есть. Я мог, конечно, на самом деле, всех их убить с балконов, но, блин, что-то я промазал, а. Фух. Все, даже из корабля не слезал, а. Прыгайте, пистолеты рулят. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки и все такое. Так, ушки, починить галку. Блин, все. Сейчас наконец-таки поплывем South Key. Ага. Это просто правда. Эта миссия может быть очень долгая еще получится. Я могу с ними без конца гаститься с этими придурками. Поэтому давайте уже наконец-таки поплывем. Да, 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 давали, я знаю. Я поэтому так и делал. У нас из фальконов, приготовьте удержание, замедлиться, ускориться. Блин. Поговорите с местным чиновником. Типа чиновника поговорить, чтобы нас, как я понимаю, известность снизить, а? Давайте поговорим с чиновником, а? Почему бы и нет? Так, это так получится местный, да? Блин, как же их не протаранить, а?
Фух, аккуратненько, аккуратненько, местных прямо нельзя трогать. Земля. Блин, местные, местные. Я местных не хочу трогать, а. Сейчас быстренько пришвартуемся. Поговорим с чиновником. Да, я понял. Спустить бомбы Марселя и Марселя! Видите, галка сама становится, посмотрите, она сама становится. Я даже ничего не делаю, я просто букву КС нажал и все. Офигенно, да? Мне нравится, как она сама швартуется. Блин, это же очень интересная игра. Блин. Я все перепрыгнул. Да все нормально, люди. Все, идите, отдыхайте, пейте ром. Говорите, танцуйте. И не только танцуйте с девчонками. В общем, вы заслужили, мои ребята. Веселитесь, отдыхайте. А я пошел поговорю с чиновником, а. Дабы это важно. Вот, девчули вас уже ждут. Рыбка вкусненькая. Так, опа, давайте попрыгаем, а. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, эй, ну что, чиновник? Надо залечь на дно? Конечно, так, надо. А теперь поколдуем. Так, спасибо, спасибо тебе. Заберите 100 каюты капитана, купите бортовые орудия. Ну, думаю, в следующей миссии я уже это и сделаю, а. Да, на самом деле, я и куплю бортовые орудия. Поэтому, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. 12-я часть под названием «Под черным флагом» завершена. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.